Вы что такие грустные? Я не знаю. Вы знаете, что у нас 100 тысяч подписчиков? Почти 100. Еще чуть-чуть и будет 100. Ждем. А потом будем благодарить наших подписчиков. Поздравляю! А как ты думаешь? Торт, думала, будет покрасивее. Я в Фридмайере заказала тортик. Ну, как-то прям совсем его такой скромный сделали. Я сама красивее сделала. Стыдно такой вести. Нормальный торт. У нас не миллион. Так, а вот еще, что мы детям купили на 100 тысяч подписчиков. Подожди. Просто, наверное, зрители не могут догадаться, что здесь. Мороженое! Мы же попробовали. Смотрите, сколько мороженого. Я не знаю, сколько здесь. Здесь почти 10 литров мороженого. Никита залез на стол. Да, литров. А в галлонах это 2,5 галлона мороженого. Ну как, вкусное? Мороженое, этот бренд очень хороший. Мороженое мятное с кусочками шоколада и с кусочками чего-то еще, я не знаю чего. Там варенье и кусочки мяты. Кусочки мяты? То есть конфетные... Мятные конфеты? Да. Иди посмотри на это. Я хочу видеть твое лицо. Покажите на Соню лицо. Можно? Коль, дайте уложить. Вкусно! Давайте попросим зрителей, если им нравится, тоже есть из такой огромной бочки мороженое, пусть они поставят лайк. Лайк! Мама, вот столько! Такое большое дело. Пока мы его доедим, у нас, надеюсь, уже будет миллион подписчиков, потому что только мороженое съесть, это надо быть талантливым человеком. Простудившимся. Правильно, дорогая. А, я не могу быстро. Вкусно? Я не могу быстро есть. Оно очень голодное, и моя голова начинает болеть. Вкусно? Да. Мы приехали в кинотеатр. Так решили праздновать 100 тысяч подписчиков, сходить на какой-нибудь мультик новенький. Или не совсем новенький. Мы в нашем молле главном, в торговом центре, в центре города, в даунтауне. Вот, да, AMC театр. Мы, кстати, тикеты, билеты уже заказали, купили онлайн. И зарезервировали места, по-умному сделали. Мама, а я с тобой. Конечно, со мной. Папа не поехал с нами. Да. На мультик. Как мультик называется? The Incredibles 2. Я не знаю, как это по-русски. Что-то невероятное. Думаю. Мы, короче, зашли в сам кинотеатр. Коля говорит, воняет. А мне кажется, папа, смотрите, здесь какой кинотеатр. Здесь, вот там, 8 залов. У нас 7-й зал. Фу, как воняет. Да нет, запах нормально. А вот там продаются всякая вкусняшка. Мы пока не будем покупать. Да, пойдемте посмотрим, а потом придем купим. Так. Смотрите, вот залы. Отдельные залы. Мы будем в 7-м. Вот этот мультик, я не знаю, как он по-русски называется. Я в мультиках вообще не разбираюсь. Новая миссия не выполнена, да? Да.
Я хочу на новых динозавров сходить, на новый парк юрского периода. Давай, next time, когда мелких не будет, они у нас боятся динозавров. Нет, когда мы третью дома... Мы смотрели! Это четвертая или третья? Четвертая. Новая четвертая. Господин, накупим всяких вкусняшек, чтобы сидеть не с пустыми руками. И не дайте воду. Да, все попкорн возьмете. Идите, становитесь в очередь. Я думала, что это будет маленький размер, представляете? Знаете, сколько нам попкорна дали? Смотри, какой маленький. Я уже хотела отказаться, но было поздно. Если бы мы видели, что столько будет. Как вам вот это ведро? Идем. Это large. Кошмар, пойдемте. Ой. Мне нужно было попкорн. Взяли соду. Мы редко ее пьем, но понабрали всяких фан. Я все несу. Никита почти. Лиза взяла виноградную фанту, Никита взял клубничную. Я Соня... тоже виноградную. Я Лизу. Соня черешневую какую-то взяла, да? А я еще тоже виноградную, потому что она очень. Сейчас мы пойдем сядем и будем смотреть, видимо, рекламу долго. В зале может сидеть в этом только 50 человек. Залы маленькие очень здесь. Мама, ты помнишь, где наша? No. У нас ряд И. Смотрите, где... Я не знаю. Здесь какой? A, B. Смотри, на пол сказано. Вот этот наш. Этот наш. Вот этот наш, да? Да, вот этот. Сейчас я вам покажу кинотеатр. Смотрите, вот такие здесь реклайнеры. Разбирающиеся кресла. Где наши? Мама, мы самые лучшие взяли. Да? Да. Окей, хорошо. Вот этот ряд почти весь наш. Ничего. Соня, как всегда, Маша растеряешь. Мама, я тоже. Сейчас мы сядем. Сейчас. Дети, не теряйте попкорн. Усаживайтесь. Сейчас я проверю в телефоне. Никита, держи. Я пока приду. Здесь такая домашняя атмосфера абсолютная. Никита, здесь твое место. Они вот так открывают, смотри. Смотри, откидывается кресло. Да вот здесь кнопка есть. И вот так балдежка. Соня, откинься. Я вот так себе хочу. Лиз, будешь откидывать кресло? Да как? Кресло кожаные все. Вот здесь кнопки, Лиз. Вот в сиденье вот так. С внутренней стороны. На другой стороне. Да. Посмотрите на эту балдежку. Круто. Вообще. Кинотеатр в Америке — это одно удовольствие. Да, сейчас реклама будет очень долго. Вон там места, помимо первого ряда, следующий, второй, для инвалидов. Там только инвалиды могут сказать. Обратите внимание, здесь никогда нет голов других людей практически. Лиза уши заткнула. Все, конец. Никита не мог дождаться конца. Хороший кинодавр. Мультик? Я полмультика пробегала со всеми в туалет. Я опять хочу в туалет. Пойдемте. Если бы мама, я все добила. Мне понравился этот мультик. Да. Мелким хотелось быстрее домой. Пойдемте. Мы сейчас покажем нашим зрителям, какой здесь туалет. Смотрите. Какое здесь сиденье, там кабинки. Сейчас. Там, короче, просто кабинки, ничего особенного. А вот... Смотри, видишь, здесь диспенс. Так, мыло. Давай. И вода самолётся. Вода самолётся, но это ладно. И? А вот как здесь сухо. Туалет еще большой. Можно здесь поспать. Запах классный здесь. Ну что, готовы домой ехать? Я рыбу. А тебе еще? Налью в этом стаканчике. Мам, скажи, какая моя? Твоя? Вот это. Ну что, друзья, хотите отведать тортик? Да. Вы заслужили этот тортик. 2 года, чуть больше 2 лет. Мы ой! Все, я поймала его. Больше 2 лет мы с вами трудились. На канале. Нет. Чуть-чуть больше 2 лет. Ура, и, наконец, дорогие 100 тысяч подписчиков. Ура! Еще у нас будет плейбэк. Торт
конечно, не очень удался. Заказывала я что-то более красивое, но так сделали в магазине. Оно даже не красное, вот это, смотри. Ну так сделали, все. Ничего. Так, дети, а вы знаете, благодаря кому у нас 100 тысяч подписчиков? Вам! Благодаря подписчикам, дорогим нашим подписчикам. Угу. Давайте мы их поблагодарим. Угу. Спасибо! 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 Они у нас самые лучшие, самые добрые, самые умные, потому что они подписались на наш канал. Они у нас, короче, одним словом, самые лучшие. Вы знаете, как говорят, что о подписчиках судят по каналу и о канале судят по подписчикам. Да. Поэтому наши подписчики такие же, как мы. Понятно? Мама. А наши подписчики самые добрые, самые хорошие. Значит, мы тоже добрые и хорошие. Поэтому мы благодарим наших подписчиков за то, что они на нас подписались, за то, что они нас постоянно смотрят, оставляют комментарии, ставят лайки и делятся нашими видео. Да. Папульчик, тебя тоже поздравляю. Спасибо. Ты на тортик пришел? Нет. Мы тебе кнопочку отрежем. Я на вас посмотреть пришел. Я, честно говоря, думала, что мы когда будем разрезать, всем от кнопочки отрежу, и что она будет большая. Но от этой кнопочки что-то отрезать могу, по нолю вам отрезать. Себе единичку забрать. Нет, можно? Ничего. Можно вот тут просто обрезать это. И оставить только вот это. Что, крем туда отрезать, и мы их просто съедим, а ты единичку съешь? Ну что, давайте снимать по нолю, буду всем давать с ложечки. Давай. Смотри, здесь ровно 6 цифр. Наша семья шестеро. Поэтому всем по цифре достанется. Чур я. По одной циферке. Чур я первая. Дай. Такой первый ноль. Уже не 100 тысяч подписчиков, а 10. Так. Ой, кто съест еще ноль? Нет. На. И осталось у нас 1000 подписчиков. Семья у нас обжилась. Кому нолик этот? Очень вкусно. Соня съела. Осталось 100 подписчиков. Так. Коль. Осталось 10 подписчиков. Так, пап, давай, иди сюда. Один подписчик. Мы нали едим. На, папульчик. Съешь. Ладно, этот я съем. Да. А я это. Папе. Я. Давайте так разделю. Вот так. И кнопку, что всем по кусочку досталось. Давайте вырежем кнопку. Так, самый большой кусочек от кнопки. Мне. Тебе дали? Ой, красненький. Смотри. Корочка осталась. Поменьше. Нет. Никита. Да? Да. Вот корочка нет, ее снизим на плюс. Как тортик? Вкусный? Взбитые сливки и бисквит. И все. Дорогие зрители, мы очень рады, что вы у нас есть. Мы заканчиваем наше видео. Если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. Да!